Работы по строительству нового корпуса столичной коррекционной школы идут полным ходом. Цокольный этаж уже готов. Сегодня начали заливку бетонного перекрытия под первый этаж. Еще параллельно проводится засыпка пазов. Значит, полностью готовится площадка для проведения дальнейших работ. Именно по строительству первого этажа. По технологии сначала место заливки обрабатывают водой, потом покрывают бетоном, разравнивают и спрессовывают. Как отмечают строители, работа идет быстро. Секрет скорости в качестве материала. Бетон получаем готовый, хорошего качества. Получается, что от нас зависит только правильность укладки этого бетона. Буквально через неделю здесь приступят к установке колонн. Они должны стать опорой для первого этажа.